Сегодня у нас еще одна простая омолаживающая домашняя маска с аскорбиновой кислотой. Вы мне часто пишете в комментариях, что с аскорбинкой в ампулах вам не слишком удобно делать маски, и у вас не всегда получается эти самые ампулы вскрывать. Сегодня я приготовила для вас маску с аскорбиновой кислотой в порошке. Надеюсь, она покажется вам гораздо удобнее в приготовлении. Итак, покупаем вот такую аскорбинку в пакетиках. В любой аптеке. Цена вопроса 9 рублей за один пакетик. Второй компонент нашей маски – это жидкий витамин Е. Тоже продается в любой аптеке, стоит недорого. Вот этого флакончика вам хватит не на один курс таких омолаживающих масок. К одному пакетику порошкообразного витамина С мы добавляем чайную ложку масляного витамина Е. Все тщательно перемешиваем. Огромный плюс такой маски, в отличие от масок с аскорбиновой кислотой в ампулах, что спешить с приготовлением здесь не нужно. Порошкообразная аскорбинка не теряет своих свойств при контакте с воздухом, как аскорбинка в ампулах. На чистое лицо наносим нашу смесь пальчиками, немного помассируем и оставим на 15-20 минут. Перед тем, как смывать маску, можно еще немного помассировать лицо, используя маску в качестве пилинга или скраба. А потом уже тщательно смыть теплой водой. Я после такой маски ухаживающий крем не наношу. Кожа и так нежная и прекрасно напитанная. Такие маски подойдут увядающей коже с потерей упругости, эластичности, первыми морщинами и пигментацией. Проводить эти маски, естественно, лучше курсом, 2 раза в неделю. Всего необходимо сделать 10 омолаживающих процедур. Если вы надумаете повторить подобный омолаживающий курс масок, обязательно сделайте перерыв хотя бы на месяц, чтобы избежать привыкания кожи. Сегодня мы приготовим омолаживающую маску, которая отлично отбеливает, осветляет пигментные пятна и веснушки, питает, разглаживает морщинки, борется с дряблостью и увяданием кожи лица. А потребуется нам всего 2 недорогих аптечных препарата, которые вы с легкостью можете приобрести и применять для домашнего омоложения кожи. Для маски нам необходимо приобрести аскорбинку в порошке и жидкий витамин А. Можно купить его как в флакончике, так и в желатиновых капсулах. Содержимому одного пакетика аскорбиновой кислоты в порошке мы добавляем такое количество жидкого витамина А, чтобы у нас получилась кашицеобразная омолаживающая смесь. Наносим средство на очищенную кожу лица. На проблемные участки кожи, где присутствует пигментация, к примеру, можно нанести несколько слоев такой маски. Оставляем для воздействия на 30 минут, затем смываем теплой водой. Результат на коже вы заметите после нескольких применений такой маски. Личико станет более свежим, кожа однородной, подтянутой и молодой. Сегодня я приготовила для вас очень интересный, эффективный омолаживающий рецепт с аскорбинкой в порошке. Такая маска отлично выравнивает тон кожи, борется с пигментацией, придает коже гладкость, упругость, смягчает выраженность морщин, питает, придает лицу свежий, молодой вид. Нам для такой маски потребуется аскорбинка в порошке, крепко заваренный черный чай. Можно взять пакетированный, но лучше, конечно же, заварить листовой. Творог. Для жирной кожи лучше взять творожок с минимальным процентом жирности, а вот для сухой кожи можно взять и пожирнее. Облепиховое масло. К 2 столовым ложкам перетертого творога мы добавим 1 столовую ложку крепко заваренного черного чая, 1 чайную ложку порошка аскорбиновой кислоты и 1/2 чайной ложечки масла облепихи. Все перемешаем до однородной консистенции. Наносим маску ровным слоем на очищенную кожу лица и оставляем для воздействия на 20 минут.
Потом смываем теплой водой. Кожа после такой маски очень нежная, гладкая, к ней так приятно прикасаться. Тон кожи более однородный, а общий вид лица свежий и молодой. Попробуйте проводить такие маски курсом 1-2 раза в неделю в течение месяца, чтобы отбеливающий и омолаживающий эффект был максимально заметен. Сегодня я покажу вам еще одну простую бюджетную маску для лица, которая обязательно порадует вас своим эффектом. Для нее нам потребуется копеечная аскорбиновая кислота в порошке. Как вы, думаю, знаете, я обожаю маски с аскорбинкой, как в ампулах, так и порошкообразной. Ведь такой аскорбиновый уход невероятно полезен для уставшей кожи лица. Витамин С, входящий в состав аскорбиновой кислоты, это мощный природный антиоксидант. Он стимулирует выработку коллагена в тканях, в результате чего мелкие морщинки разглаживаются, а коже возвращается гладкость, нежность, упругость, сияние и молодость. Итак, покупаем в аптеке аскорбиновую кислоту в пакетиках. Второй компонент нашей сегодняшней маски – это косметическая глина. Любая, та, которая больше подходит вашему типу кожи. Думаю, она имеется в арсенале у любой девушки. Третий и последний компонент для нашей маски вы легко найдете у себя в холодильнике. Это кефир. В принципе, можно брать кефир любой жирности, но я отдаю предпочтение обезжиренному. 2 столовые ложки глины мы заливаем кефиром и размешиваем до тех пор, пока комочков не будет. В итоге мы должны получить консистенцию сметаны. Далее в эту смесь мы добавляем порошок аскорбиновой кислоты, 1 пакетик. Наносим нашу маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Чтобы маска лучше подействовала, после ее нанесения немного помассируйте лицо. Далее оставляем эту омолаживающую смесь на коже на 20-25 минут для воздействия. Затем смываем прохладной водой. Уже после первой процедуры вы увидите, как преобразится, посветлеет ваша кожа. Она станет более свежей и отдохнувшей. При регулярном применении таких масок личико становится более холеным, исчезают мелкие морщинки, осветляются пигментные пятна на коже. Проводим такие маски курсом 2 раза в неделю. После 10-15 сеансов сделайте перерыв на 1 месяц. А затем снова введите такую витаминную маску в еженедельный уход за собой. Но не забываем перед первым применением смеси провести тест на аллергию на сгибе локтя. Как всегда, жду ваших мнений в комментариях. Мне очень важна обратная связь от вас. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Positive.mm, а также на мой Instagram «Миллион полезностей». Пока-пока, до новых встреч!